Сегодня утром в СМИ появились печальные вести о том, что 80-летний Анатолий Мукаси попал в больницу. Сообщалось, что известного кинооператора экстренно прооперировали и что на данный момент он находится в реанимации. Жена Мукаси, известный режиссер Светлана Дружинина, прокомментировала эту новость в своем личном блоге в социальной сети Instagram. Дорогие друзья, очень досадно, что СМИ распространяют слухи о госпитализации Анатолия Михайловича. Чушь полная. Он прекрасно себя чувствует. Вчера мы работали, так как идет подготовка к экспедиции в Крым для съемок «Горди Маринов». «Все в прекрасном здравии», — написала она. Поклонники звездной семьи обрадовались, что новость оказалась неправдой. Все они пожелали Анатолию Михайловичу здоровья, долгих лет и творческих успехов на своем пути. 83-летняя Светлана Дружинина и 80-летний Анатолий Мукаси являют собой пример идеальной супружеской пары. Они вместе уже больше 60 лет. Познакомились во время учебы в институте на волейбольной площадке. Оба были капитанами команд в ГИКа, где учились. Они сразу обратили внимание друг на друга и стали общаться. С тех пор всегда и всюду ходили вместе, а однокурсники прозвали их «два капитана». Потом поженились, родили двоих сыновей. Старшего, к сожалению, уже нет в живых. Сегодня у них есть уже трое внуков. «Самое главное – простить, принять, понять», – говорит Светлана Сергеевна. Говорят, консенсус, но вообще есть русское слово – жертвенность. На этом держится семья. Сергей Радонежский, игумен всея Руси, говорил: «Сильная семья – сильное государство». И держится она на терпении, взаимопонимание, умение прощать, дружбе. А все вместе – это и есть любовь. Такова она в моем понимании. Я все время говорю об этом молодым.